одна из моих любимых моделей, я люблю ее в коч. Впервые я вижу ее в Michael Kors. Смотрите, она вот такая. В коч то же самое. Вот здесь отдел открывается. Вот здесь отдел открывается. И вот здесь отдел еще один. Видите? Она на дли. Еще есть ремешок здесь один. Только она в коже, а у меня коч в тряпочном таком варианте. Классно. Одна из моих любимых моделей. Вот эту модель я не люблю. А вот это прям вот моя любимая моделька. Но я их ношу только так, как они большие. Я их ношу либо в Москве, либо я их ношу осень-зима здесь в Вегасе. Вот она в черном есть, в кожаной. Вот это вот моя любимая кожа. Вот моя любимая кожа, которая мягкая. Очень удачная модель, очень классная. Мне очень она нравится. $175. Раньше я носила только вот такие каблуки, и без такого каблука я вообще себя не представляла. Просто это моя любимая высота каблука. Ну вот моя моделька синенькая. Вот я люблю ее очень. Кстати, синяя. Я хочу себе на зиму, осень-зима, вот это вот все. Классно. Синий, бордовый на осень-зиму. Так, что у нас по обуви тут? Такие зайцы мне напоминают. Такие классные. Слушайте, такие классные вообще. Просто. Я бы беленькие взяла. Такие они смешули. Такая сумка у меня тоже есть Michael Kors, именно прям один в один, мне ее надо с Москвы забрать будет. А, только она чисто кожаная, и ее можно выворачивать, она двухсторонняя. Эта сумка двухсторонняя, то есть можете ее вывернуть и... А, нет, это не двухсторонняя, у меня двухсторонняя, а это нет. Хотя можно, наверное, и вывернуть ее. Здесь тоже, да, это двухсторонняя тоже, да-да-да. Все верно, это тоже двухсторонняя сумка. У меня такая синяя с кремом. Очень классная, мягкая кожа, я люблю с ними летать.
Но здесь бижутерия Michael Kors, здесь и браслеты. Но я не люблю почему-то вот Michael Kors бижутерию. Хотя, кстати, можно вот купить что-то попробовать, но я не знаю, как у них сплав. Как у них сплав будет и как буду я чесаться или нет. Потому что не знаю, потому что я вообще ни разу не брала. Пока я снимала вам Michael Kors, Виталик у меня стоит, ждет меня. Виталик, ты бросил сюда монетку, чтобы мы сюда еще вернулись? Ой, не надо меня туда бросать. Для тех, кто у меня, девочки, новые на канале, вот это вот я вам показываю. Это самая-самая старая гондола. Вообще вот, которые вот самые-самые-самые, вот самые первые, которые вот были гондола. Вот так вот они выглядели раньше. А здесь история, написана история гондолы, как она, когда она произошла и вообще как что. История ее началась с 1094 года. Вот видите, она была вот такая. Как раз это вот, вот это вот она и стоит. 1094, потом ее начали переделывать в 1562 году, 1850, в 1900, в 45, 65, 67, 81, в 10, 17, в 19. И в 19 она выглядит уже вот так. Здесь показана площадь, как в Венеции, в Италии, Сан-Марко. И там вот известная кафешка вот так выглядит. Вот здесь вот наверху это единственные часы, которые есть в отеле Venetian. Больше часов нету в отеле, потому что они запрещены. Зашла я в свой любимый магазинчик. Классный, какой классный он. Настроение прям совсем-совсем уже такое, знаете, новогоднее. Bellagio эксклюзив. Ничегошечки себе. Странно, здесь дырочка. Такое ощущение, как будто это макушка. Но здесь и крючочек, и вот эта штучка, на что вешать.
такой большой он вообще. Новогодняя пора, рождественская, самое мое любимое вообще время. Особенно в Вегасе, так это вообще, у нас столько красоты, такая красота везде. Здесь такое исполнение, елка зеленая, какую-то цветную мишуру, и на ней почему-то преобладают зеленые игрушки, видите? И елочка, обратите внимание, прям узкая-узкая, такая компактная. Здесь представлены такие, так что это у нас, парфюм Oil, это коконат, это роза, но она такая, знаете, как гибискус, ну это персик, наверное, Orange апельсин, и что здесь еще, и жасмин. Так, какие цены? $110. Ну, я не знаю, что это такое, я ни разу не брала здесь эти парфюмы, поэтому я даже, ну, вот эти масла, парфюмы, поэтому я даже вам и сказать ничего не могу по ним.